Вот посмотрите, это те самые люди, которые вчера меня провожали. Вот сегодня они опять так совпадают, или вы, не знаю, в это время всегда бываете здесь. Программа. Вечерний дожор, да, называется? Вот Магомедов, собственно. Скоро заявится. Вот уже даже не будущее, а настоящее, потому что Башир Магомедов, чемпион мира Ю-23. Талгат Абдулкадыров для меня тоже чемпион мира Ю-20, но в этом году остановился на бронзовой ступеньке. Но я думаю, в этом году уже, иншаллах, на повышение пойдет. Вот здесь еще у нас. Магомедов. Какая весовая категория? 65 кг. Мой соперник и брат, он уже вот только-только начинает наоборот. А в каком возрастном диапазоне? Он нас отоскал. Меня и всех. И вот и, кстати, еще у нас же. Нави. А фамилия? Он-то уже давно в гонке же, он Медведя финалист. Так что, ребята, финалист Медведя и чисто. Многие не знают, что борьбу в Дагестане только занимается 80 тысяч человек. Поэтому, конечно, легко затеряться в этой толпе, особенно среди титулованных. Сюда просто так не попадают. Только за результаты, за высокие спортивные результаты. Поэтому вот это настоящий цвет нации. Люди, которые крыют славу и успех нашей страны. Режим я чувствую. Режим и трудолюбие. Шторы закрываешь и спать. Время сколько, Башир, что-то затягивает. Еще есть. Башир, а вот если смотри, например, тебе вот по режиму, насколько я знаю, 22:00 ты ложишься спать. 20:29 ты спать не хочешь. Что ты делаешь вот так? Не бывает так, потому что не хотел. Устаю я из-за этого, это наверное, хочется. Это человек, он и Аббас, которые в любое время могут лечь и спать. Например, мы так, это два человека так нападают. Ну для этого я знаю, что нужно делать. Так надо пахать на тренировках, чтобы потом даже не приходилось упрашивать организацию. Терпение и труд, все перетрут, а также дисциплина. Жесткая дисциплина, поэтому всем успехов желаю и хорошо отдохнуть. Спокойной ночи. Зарядившись позитивными эмоциями, поеду и я отдыхать, чтобы соответствовать.